Слышишь, он выскочил там, ты видел? Папа выскочил. Я не знаю. Выскочил на дорогу? Да, он уже на дороге, догоняй его. Не может такого быть. Да я тебе говорю, он там выскочил. Я сам в шоке. Как он это сделал, непонятно. Мы должны его догнать. Ну, так равно, а как? Все равно ты посмотри, тут не каждый его видит. Так а как он это сделал? Смотри. Как он это сделал, непонятно вообще. Мы должны его догнать. Забор впереди. Да ты шо? Мы должны его догнать. Что, я тебе отвечаю, я в шоке. Так все в шоке. Кто не в шоке тут вообще, покажи. Мигай, мигай. А, он эвакуатор спасает. А справа не видим. Давай по рельсам влево. Вы... Стой, стой. Стой. Куда? По делу мы едем. Блин. Он где-то уже должен быть на следующей траектории. Да вообще все в шоке. Мы должны его настигнуть. Он где-то здесь должен быть. Или он пошел по лайту. Сейчас спросим давай вот этих. А где копейка? Копейка. Погнали прямо. Ты прикинь, блин, как он это сделал. Мы его хрен догоним, Андрюх. Да, уже было кругля нарезать. Вот, типа, ну давай. Вот сейчас уже шпарит, давай вернемся на исходный положение, я поснимаю другое сейчас. Довольно-таки опасно. Так, Андрюха, что-то тут, может я выйду с улицы, сниму тебя, что ты исполняешь. Это жесть, я вообще говорю, давай новую дорогу прорежем. Камера основная села, не было, да. Андрюха сделал новую траекторию. Слышь, тут надо трассу, если строить для соревнований, то только с тобой вместе. С твоим патриотом и с тобой. Давай, 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 валим, 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 валим. Так, где копейка бессмертная делась? Так, тут семерка остывает с бороды. Вот прямо дорога, смотри. Есть, круто. Снял бородач? Фу. Нормальная дорога была. Давай сейчас пойдем, куда же все? Твердое, понял? Да я думал, вот тут дорога. А вот смотри, Руш. Где он? Копейка нашлась. Спасибо. Бессмертная продолжает дубасить. Что, догоняем? Тут для полноприводных слабаков вот те маршруты первые два. Вот правильный маршрут, да? Копейка еще круг нарезала. Изоленту надо. Так, изоляция. Вместо изоленты синяя тряпка. Голубая тряпка с голубыми цветочками. Ну, по мотору и блокировкам и резине вы его вставляете. Но осталось надо только быстро сейчас догнать. Устранить, да, недоработку. Блин, он третий круг наворачивает, пока мы здесь. Я приму поздравления уже. Стеклоподъемники работают? Да. Все работает. Машина. Так, то главное закрыть багажник. Давайте мы еще успеваем выйти в призы. Да. Ну что? Андрюха, ты едь сзади на всякий случай. Три лошадиных сил. Не, я штурман другой команды. Интересно. Так, я проник вовнутрь незаметно. Вижу, вижу. Что-то надо починить опять. Опять небольшие проблемы. Лада седан, цвет баклажан. Так, тут как-то он проехал, я не знаю как. Повалили, повалили.
Идем. А ну чуть назад, может. Не. Блин, чуть не. Да он как он проехал тут? Назад. В Рапторе машина покрашена. Открой багаж. Блин, копейка продолжает наворачивать круги. Так, хайджек сейчас. Никто не видит. Нет. Давай, пока никого нет, пока на копейке уехал. Так, не забудьте все свидетели после этого угла. Батя, не газуй. Это я тяжелый, наверное, из-за этого проблемы. Копейка там. Куда-то не туда заехал. Прямо дорога есть. Где? Приезжай вот так по кругу. Давай вправо и пошел. Лети, я ему сказал вправо. Говорит, тут дорога. Копейка тут, получается, выскочила. Что-то не пошло не так. Давай назад! Заглох. Заднее разулось колесо. Я боюсь. Ну, давай зад. Давай зад быстро. А что вот это у тебя? Блять, как зади? Обвинить как? Сильно. Сильно-сильно! А ну, не... Что? Закрой хорошо! Да губки хорошо! Стой, ручка заклинила! А, ручку дернули все время! Короче, а все, стой, отклинило! О! Да что держать? Подожди, подожди, стой, Макс! Я не держать, я держусь на ремень, Ваня! Тут какая-то... конструкция. Колесо заднее спущено, напомню. Мы идем на пределе, порогов нет! Открой окно, потеет камера, окно открой! Окно открой! Жестко, на нее за что держаться, тут страшно, конечно, очень. Ромыч впереди сидит. Хорошо, хоть я сзади сел. Тут какой-то мотор дополнительный. С автономной печкой. Идем на ободах идем. Давай сюда направо, нет? Давай на. Это мы внутри этого безбашенного болида. Дай я с улицы сниму. Стой, Макс, стой, дай с улицы сниму. Дай с улицы сниму, стой. Поехали к бате, к бате поехали, он там застрял. Все. Это жесть. Посмотрите, как мы ехали. Немного колесо, небольшой износ. Резина, диск. Подустали. Да видишь, какая проблема была. Слышишь, а что вот это за автономка, скажи? Вебаста? Что ты делать хочешь? Что ты задумал? А? Закрывай. Давай. Нарезает нормально, слепой уехал. Куски летят.
жесткий парень. Это у него не отнять. А вот и батя вернулся. Поехали. Еще раз пошли по серьезной траектории сейчас. Я помог им. Чуть не проехали, очень глубокий песок. Тут, кстати, для харда надо было делать выезд в эту сторону, было бы нормальное рубилово. Так тут, говорит, прямо по фары. Как по фары, что, серьезно? Да, немного есть. Чуть зашли, тут глубоковато. Руль надо ровно. Ну, уже понятно. Какую-то награду мне несут. Озеро современности. Смотри, какая штука. Это? Даже с чубчиком. На, держи. Что это такое? Это сам додумаешь. Подцепят его. Так а как на работу ездить? Еду куда ложить? Отрезать багажник? Говорит. О, огонь! Как будто для этого фарков. Всю жизнь делали. Да? Поварено, да? Может и не газовать, а мы не поможем. Андрюха думал, удержит так. Что-то она опять дымит. Вентиляторы работают. Давай! Скажи, чтобы не копал. Пусть не копает, скажи. Переедь ровно, Андрюх. Да, я тоже говорю вперед. А все, я говорю. А все, я вперед его дернем, что будет. Вперед! Правее чуть, правее! Андрюш, снимайте это! Не психуй! Левее, левее, назад, левее, назад, вернее. Назад, назад, давай! Выходи! Все, цепляй. Патриот может. С Андрюхой в паре. Пилота нет. Пилота чуть ли. Руль пробуй влево, руль пробуй. Ну смог, да. Починили. Посмотри, аж земля дымит, елки-палки. На газу. На полном? Что, валим? Как-то мы потеем. Не хватает лошадиных сил. Там специальный проводочек, смотрите, у пилота. К сожалению, немножко в антифризе. Лобовое. Плоховато видно. Но мы сейчас через улицу снимем все. Что, валим? Коксе идем. На коксе боком. Блин, не хватает динамики. Понижение надо сделать выше. Двоечный редуктор надо заказать на складе. Стоит двоечный, наверное. Завелись. Ехать боком. Не-не, это из-за меня проблемы. 100 килограмм, я тяжелый. Сейчас пойдет, смотрите как. Сразу, блин. Боком валит, да. Красиво. Без меня идет, видите, сразу. Сразу валит без меня. Проблемы. Короче, штурман должен быть легкий. Не, не во мне проблема все-таки, да? Проблема в стоящем мире. Да? Мотор подвел. Бессмертная копейка, конечно, тут вне конкуренции, да, получается? То, что мертво, умереть уже не
Копейка зомби. Копейка зомби, новое название. Едет эвакуация. Хорошая хода подвески. До самого финиша. Поварено все, да? Усилено? Рама, да? Надо, слышишь, надо передний редуктор от Нивы бросать и делать полный привод уже. Вот это бы она вжгла. Андрюха, потихоньку! Колеса равняем. Пробуем ехать. Надо, может, чтобы кто-то сел с ним был. Да не, Андрюха ж с ним. Андрюха отцепится. Что там отцепится? Ну, то есть... Все, давайте уже... Все, я пошел по... уходить, я устал. Все, всем пока. Бессмертная копейка там, наверное, нас ждет. А вы Карпаты берете, да? Штурмуют Карпаты, пацаны, короче. Идем в лагерь. Вот это в конце экшен, пацаны, показали на серьезных аппаратах. А вот и транспортерчик А4, классное первое поколение. Это бомба просто. Сразу вышли к бессмертной копейке. Серьезная машина. Дело в том, что на 5 препятствий 20... Жрали, я тебе поворот набрал. Тебе повезло, что ты раньше сам вышел. Так я тебе сразу на втором кругу сказал, да я на финишу. Вот тут бы мог бы выпасть. Подписываемся на канал. Да, да, нормально ехали. Тебе надо тоже такую машину. Она, блин. Не, спасибо. Чего? Она облегченная, порогов нет, поэтому она выиграла такая, у семерки. Такая только у него и у Майкла Джексона. Не, у того тоже не такая. А что? Что вот это за прибор? А, это газ. Так подожди, мы тоже так ехали или что? Ну да. Да ну не гони, мы этого не было. Была ж педаль, ну, или нет? Давно с этим. Ну на четвертом кругу газурка сломалась. Это ручка газа? Да. А-а-а. Это мы так ехали, оказывается. Да, ну кунсткамера, слушай. Кунсткамера отдыхает. А это же видел, это тоже под капотом сфоткано. Ну, в этом, в оригинале. Видишь? Фильтр красный, все. Вон, смотри. Видишь? Это зомби-мобиль. Зомби-мобиль. Выхлоп, да, на потолке, на крыше вот. Вот выхлоп. Так, смотри, еще можно газовать скоростью тепла. Ну, конечно, а как ты думал? Или это дополнительный мотор? Да это вебаста. Это реактивную струю он запускает, открываешь двери, тут так типа завихряется. И разворот идет. Ты же видел, как он за носом заходит? А, ты не видел? Что это, Макс? Не знаю, я в багажнике нашел. Макс! Не было. Нет. Ого! Нормальные металлические вещи, они побылись, трошки погнулись, а так. Пластмассовая монтировка согнулась, нет? Ну вот еще можно использовать, да? А где колесо? Вот это мы на этом херачили, да? Да, походу. Не, так мы на нем еще поедем на закрытие сезона, я думаю. Точно поедем? А что тут надо? Вентиль. И все. И чуть-чуть постукать. Подстукать, да. Если вот туда пальцем так нажать, то дырка будет. Ну, если туда камеру внутрь вставить, то дырки не будет. Понял? Тут все не скотчем можно пройти для уверенности. Понаружи. Знаешь, куда надо камеру вставить? Вы знаете его? Лучше делать инъекции эпоксид. Я тоже. Это страшный человек вообще. Сколько людей посидело, пока с ним ездило? Даже только за сегодня 8 человек. Да, испуганного Супермена я первый раз здесь бываю. Да? Супермен. Голливуд же этого не придумал. Даже собака держится от тебя на расстоянии, видишь? Отошла.